Снова зеленое одобрение. Сегодня 11 число, решил показать. Конечно, запашок тут еще тот. Вот, перемешали. Вот оно. Очень-очень-очень вонючее. Ну, просто жуть. Вот, баночка полулитровая. Берем эту жижу, выливаем в 9 литров воды. 10-литровое ведро. Пару банок. И вот этим раствором поливаем все подряд. Вон я перцы полил. Покажу позже перцы на спанбонде. Ну, еще маленько. Воды еще чуть-чуть добавить. Воняет, конечно, здорово. Начну с винограда, поскольку я его сегодня буду опрыскивать. Гроздья завязались в достаточном количестве. Вот, так что надо пролить и кусты смороды, и виноград подкормить. Всем добра!